Здравствуйте! С вами Анна Ефимова, бьюти-эксперт Жизотон. 5 функций, 5 режимов, 5 минут для комплексного омоложения. Это все про новый аппарат Жизотон М357, который работает с возрастными изменениями на всех уровнях тканей лица. Сегодня мы поговорим об этом самом эффективном методе сохранения молодости и красоты. Наше лицо меняется. В молодости кожа упругая, гладкая и сияющая. У нас красивые щечки и четкий овал. Но по мере того, как время идет, лицо начинает терять свою прежнюю привлекательность. Морщины, снижение плотности и тонуса, изменение контуров лица, провисание и дряблость тканей. Все эти признаки увядания становятся более выраженными. Как избавиться от дряблости и поплывшего контура? Как убрать морщины и уменьшить второй подбородок? Эти вопросы у всех на слуху. Давайте посмотрим на них с точки зрения медицины. Главный современный бьюти-тренд – это здоровье. И когда мы говорим о внешности, мы должны в первую очередь восстанавливать здоровье всех тканей лица. Ведь из чего складывается красота? Возрастные изменения – это далеко не только увядание кожи. Это укорочение и спазм мышц, застойные явления, потеря упругости связок, истончение жировых пакетов и нарушение микроциркуляции. Поэтому мышцы, связки, сосуды и кожа – все эти структуры должны работать на 100%. Именно это – залог поддержания естественной гармоничной красоты и сохранения молодости на долгие годы. И сегодня компания Жизотон дарит нам возможность работать со всеми этими задачами с помощью одного аппарата. Это бьюти-гаджет М357. Косметический мини-комбайн для омоложения кожи, лица и тела в домашних условиях. Он заменяет целых 5 приборов, сочетая в себе лучшие методики для замедления старения и улучшения состояния кожи. Благодаря комбинации технологий аппарат М357 питает, увлажняет, осуществляет стимулирующий массаж на клеточном уровне, поддерживая все жизненно важные функции в коже, ускоряя ее самообновление и омоложение. Благодаря функции ЭМС прибор приводит в норматонус лицевые мышцы, помогает разгладить мимические морщинки, в том числе вокруг глаз, и предотвратить их дальнейшее формирование. Методика радиочастотного омоложения способствует уплотнению кожи, усилению ее упругости, уменьшению выраженности морщин и крупных заломов, а также второго подбородка. Способствует подтяжке овала лица. Подходит для омоложения контура глаз, что могут далеко не все аппараты, даже профессиональные. Как помогает массажер для лица М357? Главное отличие этого аппарата – это комплексное воздействие на все слои кожи. Это вызывает более яркий и стойкий эффект, позволяет избавиться от широкого спектра эстетических недостатков. А именно, проявление возрастных изменений в виде снижения тонуса кожи, ее истончения, дряблости, эффекта уставшего лица. Работает с мелкими морщинами и глубокими мимическими заломами. Позволяет справиться с тусклым, неравномерным тоном кожи, оздоровить цвет лица. Недостаток влаги и питания, сухость кожи, расширенные поры, медленное обновление – со всеми этими проблемами также работает наш аппарат. Методы комбинируются друг с другом в 5 режимах. Ультразвуковая терапия – прекрасный способ увлажнить кожу и напитать ее веществами, необходимыми для высокой скорости работы и обновления клеток. Волны ультразвука проталкивают частицы активной косметики в более глубокие слои, продлевая и усиливая ее действие. Ультразвуковой микромассаж позволяет ускорить восстановление клеток, повысить упругость кожи, улучшить кровообращение и лимфодренаж, ускорить детокс-процессы, вернув коже сияние и здоровый вид. Миостимуляция приводит в норматонус ослабленные и слишком перенапряженные мышцы лица. Выполняя функции миостимулятора для лица, аппарат укрепляет лицевой каркас, способствует формированию четких контуров, способствует подтяжке кожи, уменьшению выраженности морщин и складок, как мелких, так и глубоких. Радиочастотный лифтинг.
это самая эффективная методика для укрепления и подтяжки кожи, разглаживания морщин, усиления тонуса и упругости кожи. Глубокий прогрев не вызывает повреждения верхних слоев кожи, в то же время направленно стимулирует выработку молодого коллагена. Под воздействием RF-волн ослабленные растянутые волокна коллагена вновь обретают упругость, что внешне проявляется в моментальном лифтинг-эффекте. Дополнительно происходит мощная стимуляция образования молодого коллагена, так что эффект упругости и гладкости кожи постепенно нарастает и усиливается. К тому же прогрев усиливает микроциркуляцию и дренаж, уменьшает отечность, улучшает и выравнивает тон кожи. В комплекте к аппарату идут в подарок патчи для области вокруг глаз. Световая LED-терапия имеет три варианта. Красный свет для омоложения, активации и синтеза коллагена, коррекции морщин, усиления тонуса и эластичности кожи. Фиолетовый цвет снимает воспаление и раздражение, тонизирует кожу, улучшает цвет лица. Зеленый свет обладает антикуперозным эффектом, усиливает детокс, дренаж, очищает кожу от токсинов, укрепляет сосуды. Микромассаж кожи путем частого мелкого вибрирования усиливает действие остальных функций, уменьшает морщины и спазмы мимической мускулатуры, уменьшает отечность, улучшает внешний вид кожи и повышает ее упругость. Благодаря вибрации ускоряются все важные процессы, а именно клеточный метаболизм, питание кожи, кислородоснабжение и естественное обновление тканей. Первый эффект от аппарата заметен уже после одного применения, однако для получения стойкого выраженного эффекта необходим курс процедур. После этого отмечается улучшение общего состояния кожи и видимое уменьшение признаков возраста, а также усиление упругости и эластичности кожи, уплотнение кожи, уменьшение морщин поверхностных и глубоких. Появляется сияние кожи, выравнивается ее тон и рельеф. Снижается выраженность шрамов постакне, рассасываются поствоспалительные и пигментные пятна. Также осуществляется подтяжка век, взгляд становится более открытым и распахнутым. Лицо выглядит более молодым, отдохнувшим и ухоженным. Появляется эффект наполненности лица. Для процедур с прибором обязательно нужна специальная аппаратная косметика. Работа проводится по очищенной коже. Запрещается использовать аппарат на подвижном веке. Перед первым применением его необходимо полностью зарядить на базе. Включите аппарат, выберите необходимый режим переключением кнопки, а также установите необходимый уровень интенсивности. Аппаратную косметику рекомендуется наносить по зонам во избежание высыхания геля. Передвигайте прибор медленно, без усиленного давления по направлению массажных линий. Не останавливайтесь на одном месте более 3 секунд. Как именно проводится процедура? Во-первых, очистите кожу лица от косметики и загрязнений. Для этого воспользуйтесь последовательно увлажняющей пенкой для демакияжа Aqua24 и затем удалите остатки средства тоником из этой же серии. Нанесите на лицо контактный гель Beauty Style. Включите прибор и выберите комфортный режим работы. Массируйте прибором участки лица и шеи по массажным линиям. Перемещайте устройство медленно, не задерживая его длительно на одном участке. После сеанса удалите остатки геля с кожи с помощью тоника Aqua24 и завершите процедуру нанесением легкого увлажняющего крема из этой же серии или нанесением маски Beauty Style для более интенсивного глубокого увлажнения. Рекомендованное время процедуры составляет не более 10 минут для одной зоны. В конце очистите манипулу аппарата и зарядите прибор после использования. Минимальный курс составляет 6 недель, 2-3 раза в неделю.
Для усиления эффекта введите в свою бьюти-рутину коллагеновую сыворотку в ампулах от Beauty Style. Она возвратит кожу к жизни, поможет замедлить возрастные изменения, предотвратит ускоренное старение. Как действуют компоненты коллагеновой сыворотки? Гидролизированный коллаген хорошо усваивается кожей, наполняет ее аминокислотами, необходимыми для построения собственных коллагеновых и эластиновых волокон. Усиливает плотность и упругость, укрепляет дермальный каркас, дарит комфорт и способствует сохранению нормального уровня влаги. Экстракт алоэ обладает интенсивными восстанавливающими и увлажняющими характеристиками, способствует быстрому заживлению повреждений, снимает красноту, уменьшает чувствительность, предохраняет от разрушительного воздействия свободных радикалов, а также уменьшает воспаление. Экстракт огурца отлично увлажняет и сохраняет водный баланс, выравнивает и осветляет цвет лица, помогает в борьбе с раздражениями и покраснением, снижает активность свободных радикалов, предотвращает раннее старение клеток. Ацетилгексапептид 3 обладает ботулиноподобным действием, тормозит активность лицевой мускулатуры, уменьшает выраженность мимических морщин. Гиалуроновая кислота путем связывания молекул воды восстанавливает гидробаланс и сохраняет его в норме, предотвращает ускоренное использование влаги, положительно влияет на восстановление микроповреждений и естественного деления клеток, создает легкий эффект натяжения на поверхности кожи, разглаживая таким образом мелкие морщинки. Экстракт тремеллы стимулирует собственную антиоксидантную систему кожи, укрепляет стенки мелких сосудов, предотвращает их ломкость. Характеризуется высокой степенью увлажнения и по этим характеристикам превосходит даже гиалуроновую кислоту. Триголоза усиливает и продлевает действие гиалуроновой кислоты, длительно сохраняя влагу. Восстанавливает и усиливает энергетический потенциал клеток, повышает эластичность и регенерационные свойства кожи. Бисабалол успокаивает, снимает раздражение и красноту, блокирует развитие воспалительных процессов, а также улучшает показатель увлажненности и цвет лица. Ровная, спокойная, ухоженная и сияющая кожа вам гарантированы. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте о бьюти-новинках первыми. До встречи в новых видео!